Подъемные для молодых специалистов, медиков и фармацевтов за работу в сельской местности со следующего года будут выплачивать одним траншем. Так решило правительство, чтобы еще больше мотивировать молодых людей работать в сельской местности после окончания учебы. Согласно проекту, врачи и фармацевты после полугода работы будут получать сразу по 120 тысяч леев, а специалисты по лабораторной диагностике, акушерки и зубные техники по 96 тысяч леев. Сейчас это пособие выплачивается тремя частями. Первая – через месяц после трудоустройства, а вторая и третья – в конце рабочего года. Авторы проекта говорят, что такой порядок не мотивирует молодых людей, так как им не удается покрыть все расходы на проезд, проживание и другие нужды. В результате молодые медики предпочитают устраиваться в столичные больницы, а в районах и селах ощущается нехватка персонала. В этом году на единовременные пособия молодым специалистам было выделено почти 24 миллиона леев. Из этой суммы освоены около 6 миллионов леев.